Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал LalixPro, игра Dragon Champions. И в этом выпуске мы будем проходить события по сбору рун. Рун, которые будут повышать нам хп. Кстати, друзья, сейчас вы видите в верхнем углу экрана промокод, который можно ввести игрокам до 15 уровня и получить стартовые ништячки для комфортной игры. Вводится через шестереночку в правом верхнем углу. Итак, события. Что же здесь есть за такие вот интересные события с этими самыми рунами? Выглядит как такой интересный пирог, да? Так, пирог с сердечками. Видимо, у кого-то был день рождения, и сейчас нас пригласили поучаствовать в этом самом празднике жизни. Причем событие характерно тем, что является, ну, я бы его так назвал, первой ступенькой. Все руны, они делятся как бы на некоторые уровни сложности и как бы по прокачу, да, идут. Одни у нас самые первые, самые доступные, потом чуть сложнее выбивать, сложнее, сложнее, и в итоге самое сложное выбивать у нас руны скорости. Но это уже другая история. Итак, какие герои нам понадобятся? Нам понадобятся герои орки и люди, то есть этих персонажей можно будет использовать в событии для того, чтобы получать эти руны. Событие циклично, то есть оно не какое-то там идет сверхредкое, там не нужно ждать месяц-два. Буквально каждую неделю там можно уже заходить, фармить эти руны. Три точки руна идет, плюс уровень возвышения, так мы ее назовем. Голубенькие, синенькие, то есть такие вот редкие руны. Первый уровень у нас требует 25+ для героев. Уровень способности 2+, уровень экипировки 4+. То есть просто голубеньких персонажей с 25 уровнем ставим, и все будет у нас отлично. Но вот что здесь характерного, да, то есть 6 уровень, экспедиция, редкие руны здоровья 6 и редкие руны здоровья 7. Разрыв, просто пропасть колоссальная, то есть что в уровнях по прокачу, что в героях. То есть если нам достаточно было 40+, да, здесь смотрите, уровень способности 4+, то на последний уже понадобится уровень экипировки 11, ну это рекомендуется, то есть будет меньше, ничего страшного, как бы просто проиграете и все. Но если у вас не будет уровня героев 80, то вы даже не зайдете в это событие. Хотя, на мой взгляд, могли бы это тоже добавить в рекомендуемые темы, и чтобы люди могли заходить еще пораньше, то есть 80 уровня не обязательно было бы ждать. Итак, что нас здесь ждет? В награде. Награда сразу выше в 3 раза, но только за одну проходку. А проходок-то у нас может быть 3, то есть мгновенная добыча, 3 билета выдается, билеты испытаний, поэтому можно хорошенечко подняться. Плюс мы будем получать не по одной руне, а сразу 3, но правда они будут случайные. Вот так вот. Нажимаем «Бой». Какой командой мы будем катать? Ну, у меня по прокачу сейчас, да, только из людей есть вот этот вот грузин, да, последняя тема, скинчики мы переделали, Солиуса. Был такой типа европейца, стал, ну, как бы реально на грузина похож, да, такой вот, смотрите. То есть есть грузин, и есть мои клыкастики, зубастики, от отряд стоматологов. Кстати, морта прикольная, да, такая. Да, смотрите, слепошарая прям. Но молодец, как бы урон и вносит хороший, и такой подхил от нее бывает часто полезный. Итак, нажимаем в бой, катать будем на ранте. Почему на ранте? Она будет увеличивать урон и давать перекач. Можно было бы поставить основным героем, основным лидером команды нашего травмата, Трамгара, но как-то вот высокий урон меня прельщает для прохождения конкретно этого события. Так, что нас здесь ждет? Какие же ребята? Два захода, видимо, будут, смотрите. Опасные противники здесь кто? Это, конечно же, маг. Вот. Это второй маг, Эмбер. Ну, в принципе, все. Этого можно в расчет особо не брать. Снори, он, ну, такой себе. Середнячок. Так, призываем Мишку. Пусть копит себе навык. Да, этого я и боялся, что сразу же нас закапканят, так сказать.
Мишка, наверное, не успеет накопить навык провокацию. Сейчас его, скорее всего, оформят. Но нет, смотрите, держится. Держится шерстяной. Это очень хорошо. Повезет нам или нет? Ну, относительно. Относительно повезло. То есть мы глушанули многих противников. И благодаря этому смогли продержаться несколько раундов больше, чем нужно. Сейчас главное выбить вот эту опасную самочку со щитом. Готово. Теперь у нас, да, два основных противника. Это, конечно же, отмороженный вот этот фризерс. И что-то мне подсказывает, что он нас сейчас заглушит. Ну, как минимум заглушит. Нет, не заглушил. Все. Все это удача, друзья. Варианты теперь у нас есть. Либо крутануть по всем, либо крутануть по одному персонажу. Но мы тогда не восстановим хп. Нет, лучше восстановим хп. Все, перезарядились за счет перекача. Ну все, сейчас размажем их тут тонким слоем. Вот так вот, знай наших. Так, ну псина пока пусть попридержит свой опаснейший рык. Здесь из персонажей кто может быть опасным? Конечно же, щитобой, у него огромнейшие, сочные такие, мощные пробивные уроны. И есть Робин Бэт. Робин Бэт, конечно, опасен тем, что контратакует временами и плюс бьет сразу несколько целей. Все, от него мы избавились. Также незримая ран имеет подобные характеристики. То есть контратака и несколько целей. Сейчас главное выбить щитобоя. Оглушили. Вот это да, вот это удача. На 20 кусков. Как положил так пару топоров на лицо щитобоя. И все сразу стало понятно, кто здесь главный. Так, Базилио остался, да, кот Базилио. Кстати, кот Базилио, когда остается один, он получает мощные бафы. И этот эффект стоит, ну, учитывать. Так, нет. Нужно сейчас прохилиться. Сейчас закинем прохил. И тогда, возможно, мы пройдем на 3 звездочки это событие. Но, в принципе, я как бы его уже прошел. Сейчас я просто показываю, как чего там проходить. Когда незримая ран сбросила контратаки, мы ее сразу же прижали к ногтю. Вот, ну, как это делает налоговая полиция. Сразу же прижали вот этого уклониста от налогов к ногтю. И потом бульонщику навалили по хлеборезке. Один проход, и мы получили 50 тысяч. Это мощно, это прям вообще круть. И теперь главное, что нам не нужно будет уже проходить каждый раз это событие. То есть просто зашли, кнопочку нажали, и получили 150 кусков и 9 рун. Руны, кстати, тоже можно продавать, если уже сильно много накопилось. То можно их будет впарить и еще на этом также навариться. Давайте посмотрим. Что ж там получится? Ну, как бы так себе. Скорость. О, скорость это хорошо. Скорость я люблю, да. Крит шанс тоже отлично. Лучшие дополнительные характеристики это, конечно же, скорость и крит шанс, крит урон. Руна южная, лучший вариант основной характеристики. Это крит урон, как здесь, и крит шанс. Но это, на мой взгляд, которые подойдут практически всем нашим героям. Ну, северо-восточная руна, это чисто на продажу, потому что не дает ничего примечательного. То есть скорость не дает, и больше ничего нет. То есть, в принципе, можно впаривать. Руна, которая южная, дает щит, но довольно-таки сомнительный вариант. Хорош для танков будет, особенно тем, которые восстанавливают щиты. Вот, и опять же, скорость там есть. Можно залепить на кинолит. Ну что ж, друзья, а на этом пока все. Если вам понравилось это видео и информация стала для вас полезной, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.